Всем привет! Представляем электровеник Kärcher K55 никель-металлогидрид. Это практичное устройство для промежуточной уборки. Быстро очистит пол или ковровое покрытие с небольшими загрязнениями, сметет крошки и шерсть животных. Прибор оснащен никель-металлогидридным аккумулятором. Полного заряда хватает примерно на полчаса работы. Веник очищает пол вплотную к стенам и мебели, а для работы не нужны фильтры и сменные пылесборники. Емкость для мусора легко снять и вытряхнуть, ее объем пол-литра. Телескопическую рукоять можно выдвинуть на подходящую высоту. В комплект входит аккумулятор, зарядное устройство, настенный держатель и две щетки.